Мы на подъезде к одному из популярных николаевских курортов Коблево. Здесь раньше был зеленый луг. Теперь Коблево немного расширился, можно ставить шезлонги. Из-за поднятия грунтовых вод и отсутствия дренажей, а также из-за мусоренности, все практически базы отдыха утопают в воде. Вопрос открытия курортного сезона под вопросом. Да, база «Альянс» полностью утонула. Полностью. Коблево в таких сапогах ходит.
это не конец, да. Маленький фрагмент суши. И дальше еще хуже, по-моему. Это там дальше какие базы у нас? Южанка. А сейчас будет прям название базы. Катер не в Кублево, можно было катер спустить. Реально здесь можно ехать на катер. Можно спокойно. Реально. Кристалл. Что за кристалл? На базах ничего не делалось вообще. Никто ничего не делал. Все не могу.